Черноморский флот в ближайшее время получит более 10 новых кораблей. Об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов в поздравительной телеграмме по случаю Дня Черноморского флота, который отмечают ежегодно 13 мая. Адмирал подчеркнул, что соединения находятся на этапе активного оснащения и развития. По словам Евменова, в ближайшей перспективе флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22-160. Два из них уже проходят службу на Черном море. Это корветы «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Надводные силы также пополнятся 3 новейшими сторожевыми кораблями, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, а также серией малых ракетных кораблей проекта 22-800. Поздравляя моряков, Николай Евменов также подчеркнул, что силы Черноморского флота, как и прежде, наряду с силами других флотов, будут являться важнейшим элементом постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Для этого у черноморцев есть прекрасный опыт действия в Средиземном море в прошлом 5-й Средиземноморской эскадры. Этот опыт обогащен практическим опытом участия черноморцев в действиях против террористов на территории Сирийско-Арабской Республики.